Вам как балетному никогда вот не приходилось задуматься о том, что вот у киношников у них есть вот этот вот инструмент спецэффектов. Там, условно говоря, там могут такой прыжок нарисовать, который уже. А вам приходится по-честному все вот делать, да, с одного дубля постоянно и своими мышцами. Каждый раз, конечно, это не выходит на сцене, думаю, господи, что же я не вышло. Но, наверное, в этом-то и ценится наша профессия, потому что у нас есть действительно один дубль. Плюс у нас нет фонограммы, мы не танцуем под фонограмму. Нет, мы танцуем под фонограмму, но мы не вы понимаете, о чем я говорю. Вы двигаетесь, здесь. Поэтому здесь, конечно, в этом, наверное, и значимость нашего вида искусства, элитарность. А вот мы сейчас вернемся к Великому Гэтсби, просто про танец мне интересно. Каждый раз один и тот же танец, он нюансами отличается? Конечно. Ну почему, конечно? Может быть, это уже доведенное до автоматизма, может быть, это на рефлексах. То есть вы можете думать про что-нибудь, про Великий Гэтсби, там, или не знаю, про что-нибудь кондитерское. Правильно же, машину парканул. Вы смеетесь, на самом деле, вот раскрою вам секрет, во время танца иногда бывают такие бредовые мысли. То есть думаешь ни о чем. Тело само по себе все двигает. Технически, физически, да. Когда на протяжении многих лет ты исполняешь, предположим, «Лебединое озеро», какую-то партию, которая очень много раз исполнял, то с техникой и физика она уже на автомате. Но эмоционально и всегда балет он не имеет границ. Поиск будет всегда. И мы уже говорили сегодня о том, что любой танцовщик, балерина, уходя на пенсию, остается неудовлетворенными. Потому что танец не имеет границ. Поэтому поиски есть всегда, и даже в классических вещах, которые уже были поставлены больше 100 лет назад. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».